Серега, ну что ты прочитал за каникулы? Репкую клобу. И все? Серега. Мама, а что он взял репку? Варя, а ты сколько задач решила? Все. Раз, все, тишина. Ты знаешь, она решила задачи еще дома, до отъезда. То, что на каникулы задавали, она сделала дома и доделывала в поезде. Да я в воскресенье звоню домой. Слышу малую, что бегает. Я говорю, а что он не в школе? Она говорит, так сегодня воскресенье. Я говорю, ну и шо? Почему он не в школе? Почему он не в школе? Я говорю, его что, кто-то освобождал? Я-то скажу, на работе все равно. Это у нас знакомый, у меня одной сын, ну уже взрослый, говорит, а в школе когда учился, говорит, школу прогуливал. Ну просто кошмар. Договорились с ним, что хотя бы ну 2-3 раза в неделю, чтобы он ходил. Но уже ничего не могли с ним сделать. Вот он вызывает, говорит, опять в школу, говорит, опять, говорит, не ходит уже месяц. Прихожу же домой, говорит, я не помню, как его, Стас. Говорит, Стасик, говорит, зачем ты в школу опять не ходишь? Он говорит, почему? Я хожу, говорит, мы же собрались, 2 раза в неделю я прихожу. Я в субботу, воскресенье прихожу, она закрыта. Так что... Не по годам служил. А дядька у нас был, ну, еще в деревне бабушка, когда учил, это бабушкин брат, говорит. Самый бестолковый был двоечник. В итоге потом поднялся там. Говорит, Ленечка, что ты получил? 4. Открывай дневник, там 2 двойки. На хиба 2 и 2, не 4. Да, вот такие смешленые потом далеко идут. Хиба, говорит, 2 и 2, не 4. Серега, а знаешь, как на украинском будет галстук? Кроватка. Надим кроватку. Да. Кирюха, у тебя памяти хватает на телефон? Хватает, да. Ты стираешь? Хватает, да. Ты, мне кажется, стирает, но что-то. Некоторые видео, да, которые... Должно быть уже все перекрыто. Когда не хватает памяти, стирает, да. Смотрите, какое здание. Кран красиво крутит. Что это за кран, знаете, да? Он красивый. Что это за штука, знаете? Оранжевая штука. Вот это оранжевая крутится. Что это за колесико там крутится? С колесом каким-то. Какая оранжевая штука? Не знаешь? А что это за здание? Не знаете, что это за здание? Что это за здание? Тоже красная штука, я не вижу. Дом терпимости. Дом терпимости? Кто его знает? А что? Лукойл компания. Лукойл, клерки, да. Клерки были. Да, да. Вот офисные клерки. Да. Какое красное колесо, да? Некоторые видео тебе присылают, куда не хватает памяти. Некоторые на это выкладывают. Некоторые тебе присылают. Это не метро, да? А скоро поедем? Скоро? Да? Так же, как скорая помощь вчера. 2,5 часа. Не, ну 40 минут пишет. А чем стоим? Почему стоим? Не знаешь, почему? Все стоят, говорит, мы стоим. Ну, короче, домой мы вернулись в 1 часу ночи. У него все прошло, само собой. Хирурга мы не дождались. У него взяли кровь, мочу. Сказали, идите на рентген. А мы говорим, ну мы уже рентген вообще все не делали. Не слишком ли много, 2 раза за день рентген. Потом он говорит, у меня все прошло, отпустите меня, пожалуйста. Я говорю, так все. Она, ну хирург же должен писать. Ну, короче, хирург, он говорит, тоже в пути. Откуда он в пути, неизвестно. Еще 2 часа. Ну, короче, мы так и не дождались. Это больше часа, там, час-полтора, но хирург так и не появился. И, короче, вызвали такси и... Кому это памятник? Уехали обратно. Где? Это же не Пушкин? Нет. Не помню, знаете, где памятник, да? Там что-то написано, надо прочитать, подъехать и прочитать. Что это за чувак? Вообще. Я сначала думал, это сирень. Смотри, какие деревья, блядь.
под этим фонарем. Пока стоим. Дай. Мама сказала, по-моему, просто. Нет. Надо телефоном увеличить. Шухов. Ну это архитектор. Да-да, видишь, похоже. Шухов. Башня похожа даже. Основание памятника на эту башню. Она такая вся ажурная. Так, сейчас узнаем, что это. Архитектор. Смотрите, какой дом красивый, дом красивый какой. Дом. Не, ну теперь ясно, что просто в таких случаях надо брать такси и ехать сами. Приезжайте, если что. Ну, приезжайте домой. Ну, если что, до 7:30 наша больница дежурит, возвращайтесь, если что.